Мариуполь отметил День молодежи. Мероприятие организовали несколько молодежных организаций при поддержке городского совета и представителей местного бизнеса. В воскресенье в парке Гурова молодые люди могли приятно провести время, поиграв в настольный теннис, волейбол, твистер, пройти квест, прокатиться на лошади и просто хорошо провести время с друзьями. Широко была представлена музыкальная программа. Сначала мариупольцы могли оценить выступления местных диджеев. Затем место на сцене заняли представители живой музыки. Один из них – коллектив «Санскрим». Несмотря на свой молодой возраст, они уже выступали на нескольких фестивалях, в том числе «Червона рута». Внимание отдыхающих привлекли вот эти молодые люди из компьютерной академии «ШАГ». Они демонстрируют свой труд из области высоких технологий. Ребята пишут программы, на основе которых работает различная техника. Например, робот «Альфа», квадрокоптер или 3D-принтер, изготавливающий на глазах публики спиннер. Празднование продлилось с полудня до позднего вечера.